силу спортсменок. Единственное из трех оставшихся, кто может потеснить с верхней ступеньки пьедестала почета, это девушка, у которой, говорят, нервы железные, Юлия Лепницкая. Говорят, были железные нервы. Вот так вот говорят. Давай не будем под конек, Олег. Не будем. Дай бог удачи Юле, конечно, тоже. Понимаем, да, вот после вот этих вот сумасшедших совершенно прокатов выходить-то после Костнер, после Сотниковой, ой, как непросто. Юлия, я скажу, вообще на лед перед зрителями выходить непросто. Так что пожелаем успеха. Успеха, Юля. Ее программа хороша, и давайте насладимся программой и катанием Юрия Лепницкой. Саундтрек к списку Шинкеля. Замечательно исполнен, один из сложнейших каскадов. 10-10 его базовая стоимость. Тот элемент, на котором были вопросы по ребру позавчера. Молодец, Юля. У нее был запланирован каскад из трех прыжков в начале. Первый двойной аксель должен был быть с тройным тулупом и двойным тулупом. Но не сложилось. И она решила добавить к тройному луцу, который стоит в конце программы, еще два прыжка. Сумасшедшей базой 9.46 она сделала в плюсовой зоне. В принципе, все прыжки она сделала. Осталось три элемента, скажем так, поспокойней с точки зрения нервного напряжения, но концентрацию терять нельзя. Посмотрите, какая у нее гибкость. Исполненная произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом и доведенная до блеска ее замечательным тренером Этери. Ну просто шикарно. Да, с ней работают Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. Посмотрите.
по-моему, я вот такого не видел. Да, вообще. Да, весь, все встали. Зал встал. И вы знаете, она же не дрогнула в той ситуации, когда двойной аксель, второй элемент программы у нее не получился. Ну, судьи начинают хулиганить. Они опять дают ошибку ей на ребре. Мы сейчас будем смотреть внимательно. Ну, там есть к чему придраться, Алексей. Но пусть это будет самая большая ее ошибка. Пускай будет самая большая. Главное, чтобы не было ошибки вот в этом каскаде сумасшедшем в конце программы, когда было 3-2-2 с началом с тройным луцем. Молодец она. Понятно, что между двумя российскими девушками выясняется, кто занимает первое, кто занимает второе места. К сожалению, судьи и второй луц ей тоже дают неправильную ошибку с ребром. Будем смотреть сейчас повторы.